on the fucking dot. Late at night with two bitches on a fucking yacht. The time is 10:17 on the fucking dot. Late at night with two bitches on a fucking yacht. Yacht cruising, but my waves got your head spinning. I'm a villain like the Joker, I'm just fucking grinning. That shit was brazy. Bring that shit back. Yes! Yes! Друзья, всем привет! Прибыли в город Санкт-Петербург. Здесь находится у нас Экспофорум. Сегодня у нас конференция Blockchain Live. Ну что ж, друзья, пойдемте вовнутрь, получим билеты и посмотрим, что на этом мероприятии происходит. И вот мы уже внутри сейчас находимся в Экспофоруме. Здесь очень много сегодня ICO. И не только ICO есть, и все представители блокчейн-компаний. Обязательно мы оставим ссылочки на те компании, с которыми пообщаемся. И, друзья, сейчас будет конференция. На ней будет участвовать один из представителей. То есть уже начинается по времени, по программе. И дальше продолжит съемка у нас уже именно оттуда. И холл Б. Здесь собралось большое количество криптоэнтузиастов. И сейчас мы посмотрим, кто здесь есть представители компании, связанных с майнингом, потому как это насущий вопрос. И хотелось бы узнать, соответственно, ответы, что вообще думают специалисты профессиональные по майнингу. Сейчас посмотрим, какие компании есть, и обязательно пообщаемся с ними и зададим вопросы, которые нам всем интересны. Сможете рассказать о вашем продукте что-нибудь интересное? Каком именно? А что вы представляете? Что это у вас? Разные продукты у нас есть. А что за продукты? Люди, которые дома валялись, до прототипа майнера. То есть, получается, люди, у которых есть картриджи, они просто вам приносят, да, как раздают? Нет, это шутка, конечно. Отлично. Разработки. У нас есть несколько текущих разработок. Например, вот это Trezor Mini, это готовый продукт, но без корпуса. Собственно, можно посмотреть, это оригинальный Trezor One, ну, собственно, буржуйский, а это наш. Это ручная пайка, это наша заводская пайка. Это прототипы корпусов. Мы пробовали разные, противоударные, какие угодно. Это сделано на 3D-принтере. Это просто для прикола. И, кстати, тоже холодные кошельки, но в виде валют. В оригинале будет выглядеть вот так вот. Мы на выставку, к сожалению, не смогли притащить нормальные корпуса, потому что продали все уже. Вот. То есть продажи идут отлично, да? Правильно понимаю? Да. Помимо этого, у нас вот есть майнер. На него мы сейчас собираем денежки. Ни много ни мало. $1,018,000. Через год вот это будет на рынке. А пока это просто красивая штука. А сколько примерно уже сбора идут? Средств. Месяца три, да. Вот это внутрянка, собственно, архитектура внутренняя майнера. Это то, как мы сделали, чтобы было видно наглядно для тех, кто разбирается. Собственно, ну вот то, что он вычисляет биткоин, что здесь все правильно, без глупости. Это наш прототип NFC-кошелька. Сейчас покажу. Собственно, скоро ваш любимый бренд или кофе вы сможете покупать
через вот такую вот маленькую штуку. Это будет в небольшом корпусе, примерно в таком. Это вот как сейчас с телефона можно оплатить. Там, не знаю. То есть это будет как терминал, да, грубо говоря, такой пришел, ввел. Соседний кошелек будет. В идеале, конечно, это нужно будет совместить с телефоном. Чтобы, ну, как NFC-функция. Чтобы, как сказать, проституток можно было оплатить прямо с телефона. Круто, круто. А уже они используются или еще только собирать их? Кошельки наши? Нет, да, я имею в виду... Прототип, посмотрите, какой он огромный. Там карман не положишь. Но у вас есть уменьшенная копия, правильно, ведь какая-то? Есть, но она еще не совершенна. Поэтому мы сейчас ищем единомышленников с кем-то. А как примерно скоро сможем уже использовать это в реализации? Лично вы? Лично я. Лично вы, но я думаю, года через 2.5. Отлично, буду ждать этого времени. Что еще можете рассказать хорошего о вашем продукте? Хорошего? У нас дизайнер уволен. Он сделал много ошибок, и вот сейчас вот у нас специальная акция. Можете найти 5 ошибок, включая технических, орфографических, этнических, каких угодно. Находите 5, получаете скидку на холодный кошелек. Отлично. В таком случае я тогда возьму листовочку и буду искать, буду заниматься этим. И как только найду, я обязательно обращусь. Пишите письма. Спасибо. До свидания. Канал Мистер Сайлер. Как вас зовут? Меня зовут Александр. А какой продукт вы представляете? Мы предлагаем инвестиционный продукт, инвестиции в производство, эксплуатацию и оборудование для майнинга. В данном случае это является наша разработка. Это майнер с 6 видеокартами, 3 из которых вы можете видеть с одной стороны, и такие же 3 аналогичные стоят с обратной стороны. Охлаждение происходит за счет специальной жидкости от компании 3М, который называется Nova. Температура кипения жидкости 61 градус, и при ее кипении происходит непосредственно охлаждение чипов. Отличная техника, здорово выглядит. А что можете рассказать про это оборудование? Это вторая часть оборудования. Соответственно, тепло у нас никуда не девается, физика процесса не меняется. Для того, чтобы отводить тепло дальше, у нас есть конденсатор, который ловит насыщенный пар Новака, охлаждает его, превращает обратно в жидкость, да, которая стекает в общий объем. И по конденсатору у нас идет охлаждающая жидкость, в данном случае это вода, которая уже охлаждается обычным классическим радиатором путем пропускания через него холодного воздуха. Если это рассматривать решение в рамках одного большого контейнера, допустим, как вот у нас на заднем фоне изображен, то в таком контейнере у нас установлено 960 видеокарт, а наверху стоит большой драйкулер с 4 огромными вентиляторами, ну, который подобен данному радиатору, просто больше несколько раз. То есть, получается, у вас можно приобрести также еще дополнительно и другие фермы, да, я правильно понимаю? То есть, сборка ферм тоже занимаетесь? Мы занимаемся сборкой ферм, но на данном этапе мы не продаем наше оборудование третьим лицам, а мы привлекаем инвестиции, на которые мы планируем построить 240 контейнеров, разместить их в точках подключения к самому дешевому электричеству и эксплуатировать в течение 5 лет, от чего наши инвесторы будут получать прибыль. Прибыль будет генерироваться из-за путем майнинга криптовалют, в основном криптовалюты Ethereum на данный момент, которая считается самой выгодной для майнинга, и параллельных вычислений для науки. Я понял. Все это, в принципе, можно у вас на сайте посмотреть, правильно понимаю, да? Знакомиться, вся информация. Сайт complex.io. Там предоставлена вся информация. Плюс там также на сайте можно посмотреть большое количество различных видеоматериалов, которые показывают другие наши объекты, какой у нас есть софт, возможности производства, разработки и так далее. А как давно вообще компания на рынке? Компания Комбокс на рынке около 2 лет, а компания, на которой базируется компания Комбокс, на рынке существует с 2005 года. Мы 13 лет занимаемся разработкой и производством электроники, что и позволило нам произвести, разработать и спроектировать вот данный майнер. А есть ли сейчас у компании какие-нибудь глобальные прям планы вот на ближайший год?
на ближайший год получить инвестиции и в течение года построить 240 контейнеров. Если посчитать с выходными, это означает, что мы должны будем строить один контейнер, содержащий 960 видеокарт в день. Это огромная задача. Да, это огромная. Спасибо, Александр, огромное за интервью. Сказать вообще, что представляете, какую компанию, чем занимается? Да, мы представляем компанию Listing Hell, которая занимается помощью с выходом ICO на криптовалютные биржи. Работаем с более 70 биржами и уже вывели более 300 проектов. А сколько времени уже работаете? Мы работаем с мая 2017 года, то есть уже полтора года. И сколько компаний уже вывели? Мы вывели более 300 проектов. А какие были крупные компании, которые у всех на слуху? Были такие вообще? Да. Например, Endor, который сейчас в топ-100 на CoinMarketCap. Вот, у них обороты сейчас более 3 миллионов долларов в день. Как компания сингапурская, Индия, что это за компания? Это компания из Израиля, и у них также офисы в Америке. Также у нас есть хороший проект Patron, это лучший ICO в Японии. Тоже выводили на многие биржи. Я понял, а у вас есть сайт, да, получается, listing.help, да, правильно понимаю? И абсолютно любой человек, у кого есть ICO, может, в принципе, к вам обратиться, да. И вы займетесь полностью, грубо говоря, под ключ всей организации, правильно понимаю? Займемся под ключ и сделаем листинг дешевле, чем официальная цена. А есть ли какие-то определенные сроки, там, допустим, за какие-то сроки делать определенные, там, минимальные, максимальные, что-то есть такое вот? Да, конечно. В среднем мы выводим на бирже от 3 дней. То есть на многие биржи, на большинство бирж мы в течение 3 дней сможем залистить проект. Вот. А самые крупные биржи, с которыми работаете? Это Binance, Huobi, OKEX, Bittrex. Угу, я понял. Какие у вашей компании планы на ближайший год? Что-нибудь масштабное будет, что-то крупное, что важное событие какое-то? На ближайший год, то есть это на... Который будет? 2019 год. То есть, ну, у нашей компании именно мы организуем эту конференцию, то есть у нас будет конференция в Сингапуре. Это самое масштабное мероприятие будет в Азии. Вот, то есть мы планируем собрать более 5000 человек, опять же, но уже в Азии. Вот, и приглашаем вас туда. А когда это будет событие? Это будет в апреле, но дата еще не определена. Я понял. В принципе, спасибо, то, что ответили на все вопросы. Все, всего доброго. Друзья, на этом мероприятии Blockchain Live закончилось, и я уже покидаю его. Здесь было очень здорово, много-много интересных спикеров, и вообще в целом мероприятие состоялось довольно-таки хорошее. Рекомендую вам в следующем году обязательно его посетить. До скорых встреч.